Изображение Христа, найденное на бронзовых листах из Иордании, относится к первому веку нашей эры. Английские и швейцарские специалисты, изучающие листы из бронзы, найденные в Иордании, предполагают, что они содержат самое древнее изображение Иисуса Христа. На одном из листов выбит лик с терновым венцом и надписью внизу «Спаситель Израиля». Как сообщает Daily Mail, 70 бронзовых листов были найдены в период с 2005 по 2007 год в пещере на холме недалеко от Галилейского моря. В настоящее время эксперты из Англии и Швейцарии изучают образцы, пытаясь более точно определить их возраст и происхождение. По предварительным оценкам, они были созданы в первом веке от Рождества Христова.